Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить абрикосовые оладьи. Что для этого понадобится? 5 абрикос, крупные, спелые я взяла, 250 мл кефира, у меня 1%, можно взять любой жирности. Также нам понадобится 1 яйцо, пол чайной ложки разрыхлителя, 3 столовые ложки сахара, и в пределах стакана муки. Плюс-минус смотрим по замесу теста. Давайте приготовим. Абрикосы надо измельчить в пюре блендером. Абрикосы я пюрировала. Ну и теперь можно приступать непосредственно к приготовлению теста для оладьев. В миске соединяем яйцо, сахар. Сахар можно взять больше или меньше, это уже на ваш вкус. Добавляем кефир. Все перемешиваем. Добавляем пюрированные абрикосы. Все перемешиваем. И добавляем разрыхлитель. Все перемешиваем. Добавляем муку. Муку смотрим по замесу теста. Если будет мало, я добавлю еще. И потом уже можно будет готовить. По консистенции теста, я думаю, что еще можно добавить полстакана муки. В итоге получается 1,5 стакана муки идет. Все перемешиваем. Вот такой консистенции должно получиться тесто. Мука во всех регионах разной влажности, разной клейковины, поэтому всегда смотрите по замесу теста. Тесто готово, можно приступать к жарке оладьев. Жарить можно в сковородке. Я буду жарить вот в такой мини-печи. Это мини-печь от JF Grill. Я думаю, многие уже видели на моем канале эту мини-печку. Она мне очень нравится. Удобная, все делать в ней быстро. И никакой нет ни гари, ни жары, ни копоти, как, например, от сковородки. Открываю крышку мультипечи. Включаю ее на 190 градусов. Включу минут на 15. Наливаю немножечко растительного масла. Печка разогревается очень быстро. Распределяю силиконовой кисточкой масло по поверхности. Можно выпекать на одной и на второй стороне сразу. Я же буду закрывать крышку, поэтому я буду выпекать только на одной стороне. Печь разогрелась, она очень быстро разогревается. Ну и теперь, как обычно, наши оладьи выкладываем большой ложкой в сковородку. Закрываю крышку. Открываем крышку и переворачиваем оладьи. Вот такие оладьи у нас получились. Получилось из этой порции у меня 18 оладьев. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.